Отож, сьогодні столиця о 6 ранку прокинулася від вибухів, але повітряної тривоги так ніхто і не почув. Чому так трапилося і взагалі яка природа цих ранкових вибухів? Скорее всего, это баллистические ракеты типа «Искандер», может быть, «Кинжал» дальнего пуска, аэробаллистические, так называемые, примерно одной и той же природы. Они идут по крутой баллистической траектории, в высоте достигают нескольких десятков километров, некоторые, в зависимости от параболы, до сотни километров высоты, дальше вниз с разгоном по квазибаллисте, то есть рыская по баллистической траектории, заходят на цель. В зависимости от типа ракеты и управления, они могут быть с точным КВО, так называемым круговым вариантным отклонением 5-7 метров. А если без управления, до 100 метров. То есть это довольно-таки тяжелая ракета, до полутонны взрывчатки. Наши пока средства противовоздушной обороны ее не видят, не успевают, по крайней мере, ее не отслеживают точку пуска. Не успевают на нее отреагировать. На нее может реагировать либо та батарея патриотов, которую нам сейчас должны передать. Они видят за счет спутников, спутникового слежения и систем АВАКС, видят точку пуска, вычисляют баллистическую траекторию, примерно точку поражения видят и отправляют противоракету в точку встречи. Или система СМПТ, допустим, та, которая уже, скорее всего, у нас будет в следующем месяце, это итальяно-французская, она также хорошо работает против баллистической ракеты. Есть у израильтян хорошая система ХЕЦ, ХЕЦ-3 особенно, но они пока не сильно торопятся нам помогать в прикрытии нашего неба. Потому наше ПВО, естественно, пропускает такого рода ракеты. А чи достатньо нам буде патріотів і оцих систем, про які ви щойно розповідали, для того, щоб захистити небо від ось цих балістичних ракет безпосередньо? Двух батарей, которые нам сейчас передают, хватит для того, чтобы прикрыть такой город, допустим, как Киев, с аэродромами, на которых может базироваться, допустим, та же авиация, которую нам, скорее всего, все-таки передадут, потому что такого уровня зенитно-ракетные комплексы, как Патриот, они прикрывают в основном военные объекты, мощные военные объекты, на которые невозможно, для того, чтобы невозможно было их поразить. Это, скорее всего, под подготовку передачи самолетов. Но, естественно, и Киев, в том числе, они могут прикрыть такого рода площадной ориентир, как Киев. А вот для того, чтобы прикрыть хотя бы по периметру нашу страну, надо несколько десятков таких систем, как, допустим, СМПТ, итальяно-французских. Но они есть, их произведено больше 6 десятков систем, они есть в Италии, во Франции. Потому если будет правильно проведенные дипломатические определенные переговоры, мы их можем получить и тогда закроемся, по крайней мере, закроемся основные объекты, перекроем от баллистических ракет. Дело в том, что баллиста, допустим, тот же «Искандер», она где-то до 500 километров бьет не дальше. Но надо работать, конечно, над израильтянами. У них очень хорошая система «ХЕЦ-3». Это, ну, тем более Израиль сам по себе, он постоянно под обстрелами иранских систем, потому израильтяне очень хорошо с ними могут бороться, потому есть еще все-таки куда двигаться нашей дипломатии, то есть Израиль, попробовать как-то у них закупить такого рода системы, тем более они готовы их продавать, они уже, да, есть у них договора, по-моему, там с Индией, с некоторыми странами, они готовы их продавать. У нас от 20 січня запланована чергова зустріч Рамштайну. Чи буде там підійматися питання щодо надання Україні патріотів і систем для захисту неба від балістичних ракет? Патріоти нам уже як мінімум 2 батареї будуть передавати. Я думаю, буде прийнято рішення об увеличенні до комплексного підходу вже к патріотам. В комплексі патріот 8-9 батарей. Должно быть, по крайней мере, для того, чтобы он закрывал часть страны, или как минимум большую часть страны. Это 8-9 батарей. Они, в принципе, есть произведены, они стоят на боевых дежурствах. Просто здесь уже взаимозамещение должно быть и переброска ближе к границам нашей страны, Украина-российской границы, я имею в виду. То есть для того, это надо решение
стран НАТО для того, чтобы они вот эту свою систему обороны уже накрыли этим куполом, начали накрывать Украину. Тогда нам очень быстро передадут все патриоты, включая даже те же польские, которые поляки с удовольствием их просто передвинут в сторону востока, в восточную сторону. Они и себя будут прикрывать, ну, естественно, они у нас будут. Потому, я думаю, как раз на Рамштайне этот вопрос будет решен. Чи багато ще на озброєнні у Росії балістичних ракет, і чи очікувати нам чергових обстрілів ними? Балісти у них осталось чуть більше сотні. У них було до 1000 балістичних ракет. Вони около 80-90% використовували. Тобто 100-120 ракет, може, у них ще осталось. Але це неприкосновенний запас. Воспроизводити вони їх після введення санкцій вже не можуть. В больших количествах, потому можно сказать, что у них их вообще нет. То есть почему они, в принципе, последние несколько, чуть ли не полгода их не использовали, то у них складские запасы ниже, чем неприкосновенный запас, тот оперативный резерв, стратегический даже, я бы сказал, резерв, который должен оставаться. Потому даже если они у них есть, они их не будут использовать в массовом, по крайней мере, массово применять не будут однозначно. Но для выполнения некоторых задач по попытке уничтожения нашей инфраструктуры они могут их, конечно, использовать. Скорее всего, используются с территории России, с территории Беларуси. По крайней мере, белорусские товарищи наши не подтверждали пусков. Тобто все-таки загроза знову чергових ударів по інфраструктурі українській все ще існує? Звісно, залишається определена загроза. Від балістичних ракет вона може бути поки мінімальна, вона максимальна по їх невозможності поки уничтожити. Але кількість ракет саме мінімальна, скоріше всього, по всім из всех показателей, может еще только если кинжал учитывать, там тоже несколько десятков всего ракет у них есть, это аэробаллистические ракеты, тот же «Искандер», только с разгонной ступенью на перехватчике на МиГ-31К. А вот остальное количество ракет, крылатых ракет, у них довольно-таки еще осталось, то есть может быть 2-3 атаки.